Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, недруги. Дмитрий Назаров отказался давать деньги на украинские беспилотники. Значит, все-таки он позиционирует себя как российского гражданина, в отличие от многих коллег по цеху. Вот смотрите, Леонид Агутин участвовал в марафоне по сбору денег для украинцев и тут же получил многомиллионный контракт от платежной системы МИР. Его лицо вообще повсюду. Или Борис Борисович Гребенщиков. Миллионы, опять же, отписал украинцам. Пожертвовал. Задонатил, как принято говорить. И у него ценник поднялся на корпоративы. В городе Дубайске его ждут. Там, кстати, скоро и иноагент Земфир будет выступать. Прочитал сегодня объявление в телеграме у Ренаты Литвиновой. Так что Дмитрию Назарову надо подумать. Он очень опрометчиво отказался. Но это Степ, если что. Все-таки надо отдавать отчет, что есть какие-то вещи, на которые, например, я лично пойти не могу. Когда мне пишут в Инстаграм, собираем деньги для украинской армии на беспилотники, пришлите, пожалуйста, денег. Я говорю, вы что, с ума сошли? Вы всерьез это от меня, от россиянина спрашиваете? Нет. Ну, это другое же дело. Какая разница? Почему какая разница? Нет.